Традиционный славянский праздник Масленицу на привале встречали весело и широко. Катанием с гор на современных санях-тюбингах, танцами и хороводами, прыжками в мешках и, конечно, горячими блинами. Масленица – боярыня и объедуха, ясочка да перепелочка. Как только не называют этот щедрый праздник весны в народе. К слову, несмотря на серьезный минус за окном, весна с удовольствием пожаловала на гуляние на привале, предложив гостям поймать свой луч солнца, чтобы он согревал душу на протяжении всего года. Я весна, которую ждут, ее приход ждут все люди. И от тебя я желаю каждому солнышка тепленького, весны в душе и цветения. Для тех, кому тепла было мало, всегда можно было погреться у огня, а самым отчаянным смельчакам и попробовать залезть на столб за подарками. Приехала с семьей, с мужем, с двумя детьми. В разных в конкурсах в хоккей играли. Муж скоро поедет на столб. Все понравилось, все хорошо, все здорово. Блины вкусные. Почувствовать себя Робин Гудом в стрельбе из лука и дальше всех бросить валенок. Развлечения на любой вкус были приготовлены для гостей привала буквально на каждом шагу. Мы не первый раз приезжаем на привал, нам очень нравится здесь. Здесь всегда есть программа, анимационная программа для детей, программа для взрослых. Очень много развлечений разных, поэтому мы выбираем всегда только привал. К слову, спорт на морозе тоже отличная физкультура. И поскольку привал – это прежде всего база семейного отдыха, в масленичные дни здесь прошли спортивные соревнования «Папа, мама, я» – спортивная семья. Финальные игры состоятся уже 9-10 марта. Хочу пригласить всех на 3-4 марта, где также будет на базе отдыха «Привал» ряд интересных мероприятий, а также пройдет встреча по боксу «Украина и Беларусь». Успейте приехать на привал и вы, чтобы заручиться у масленицы теплом и достатком на весь предстоящий год. Вероника Трынкина, Гаджан Батырджанов, новости Гродно+.